приехали ребята из Украины. Откуда приехали? С Украины мы приехали. Понятно. Как давно здесь находитесь? Третий день. Третий день, ясно. В какую сторону направляетесь? Сейчас вы в Канкун, куда едете? В Мехико. Понятно. Там вас кто-то будет встречать? Карлос. Понятно. А зачем сюда приехали? Какие у вас, что за проблемы? У нас цели политическое убежище. Понятно. У вас проблемы в вашей стране? Есть, да, проблемы. Вы могли найти способ решения в своей стране? Нет, и ехать сюда? Только такой способ. Понятно, хорошо. А цены, погода? Погода нас устраивает, цены тоже такие, как в Украине. Все пока устраивает. Понятно, хорошо. Вы сейчас покупали билет фактически за наличные, да? Да, очень, да. И билеты очень оптимальные, как для Украины, когда я покупал сюда. И здесь то это очень хорошая цена. Понятно, хорошо. Вот если бы вы сейчас, допустим, грубо говоря, имея тот опыт, который вот приобрели за последние два дня, приехали бы, допустим, сегодня. Что бы вы учли, то, что вы не учли, когда собирались? Деньги надо вести на карте и менять. Если наличку менять, то надо менять где-то в банке, не в аэропорту. Чтобы были с собой песо. Понятно. Еще что-то можно было бы изменить, если бы, допустим, вы приехали только что? Что еще можно было изменить? Ну там билеты заранее. Билеты заранее, чтобы было удобно, чтобы вас не так уже. Понятно.